Папайя растет на Бали вот так вот, прямо за углом нашего дома. Вот она сверху там такая начинается маленькая-маленькая, потом побольше вырастает постепенно. И вот нижние уже балийцы убирают в пакетике из-под риса, для того, чтобы ее не успели скушать до того, как она будет собрана. Вот Виолетта уже начинает выбирать папайю. Мы на обычной придорожной точке на Бали. Вот ее встречают с подношениями. Ну, она обычно отказывается. Папайя сейчас пошла просто какая-то очень вкусная. На Бали она круглый год. Брать, конечно, желательно вообще вот такую вот, совсем уже желтенькую. Даже она начинает иногда вот такими пятнышками уже идти. Она самая сладенькая. Вот эту мы... How much? 8000 рупий. 40 рублей. Ну, 2,5 килограмма папайи. Папайя вообще какое-то медицинское растение на самом деле. Его там и листья применяют, и вот эти вот косточки, это считается такое антигистаминное средство, очень горькие. Если их кушать постоянно, разжевывая хорошо, то можно вроде как избавиться даже от всяких паразитов, которые могут в ЖКТ завестись. Запах, конечно, непередаваемый. Папайя на Бали, конечно, порядка, наверное, ну, может быть, уже 4 или 5 сортов. Отличается, конечно, по вкусу. Виолетте уже не терпится покушать папайю. Нравится папайя тебе, Виолетта? Папай. Папа и я. Папа и я. Вкусно, Виолетта? Пока.